мы собрали основных крупнейших застройщиков Смоленской области, предложили им схему взаимоотношений, что они сами строят за свои деньги, садик в микрорайоне, который они непосредственно застраивают, а субъект потом в дальнейшем его выкупает. Когда мы рассмотрели все предложения всех крупнейших застройщиков, наиболее приемлемым нам показалось ЗАО «Смолстромсервис». То есть они застраивают микрорайон в районе Новосельцев, вы знаете, это в конце Шевченко. У них уже готов генплан, выполнен проект планировки, и они готовы приступить к строительству детского садика прямо сегодня. Скорее всего, мы будем выстраивать отношения непосредственно с ними, в лице директора Косых Вадима Вячеславовича. И до конца года они обязуются построить этот детский садик, а мы, соответственно, его выкупить. То есть риск для субъекта минимальный. И в том числе вы понимаете, что для застройщика это тоже как бы является очень важно, когда у него социальный объект в зоне застройки, комплексной застройки появляется, соответственно, и спрос на квартиры и так далее. То есть получается и для субъекта это хорошо, и хорошо для застройщика.